Ну а для предпринимателей, готовых учиться в Тюмени, открылась школа креативных индустрий. Это образовательный проект. Участниками первого потока стали 100 человек. Курс чуть больше месяца. За это время предприниматели научат монетизировать креативные идеи, продвигать свой продукт и использовать навыки бизнес-мышления, чтобы привлечь инвесторов и выйти на рынок. В качестве преподавателей региональные и федеральные эксперты. Отмечу, идея открытия школы принадлежит Тюменскому агентству развития креативных индустрий. Кроме того, проект школы получил более 1 миллиона рублей грантовой поддержки от президентского фонда культурных инициатив. Зачастую креативным творцам не хватает управленческих навыков, не хватает предпринимательских навыков. То есть многие бизнесы имеют очень сильный потенциал, очень мощный потенциал, но за счет компетенций именно предпринимательских и управленческих пока не получается масштабироваться. Именно на решение вот этой задачи направлена Тюменская школа креативных индустрий. Мы получили более 200 заявок, то есть у нас был такой достаточно приличный конкурс, и спрос очень большой. При этом необходимо отметить, что осенью стартует второй поток нашей школы, он будет в формате онлайн.